ардақты ата-аналар және мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі қош бол алтын ұя мектебім атты аттестат алу кешіне қош келдіңіздер. Добрый вечер, дорогие друзья. Все говорят, что время лечит, но школьный год так быстро течет. Внезапно наступил прощальный вечер, и этот вечер выпускной. Бүгін қандай шаттық толы кешеді, көңіл шіркін тасып толы өседі. Кешегі ол жігіт болып қалыптау, бой жетіпті бантикті қыз кешегі. Внимание! Наступает самый торжественный момент. Вот аплодисменты и ликование. Встречать будем с вами сейчас достойных похвалы и внимания. Выпускной 11 класс. В течение 11 лет наши выпускники знак уважения стоя встречали педагогов, входящих в класс. Так давайте же сегодня мы встретим стоя тех, кто уходит из школы в большой мир. Выпускники 2016-2017 учебного года. Встречайте! Мектебінің 11-ші А сынып лектері, сынып жетекшісі Байтілеева Әлия Әбдікайымовна, қарсы алыңыздар. Выпускники 11-го класса. Класса руководитель Сарманбаева Жанна Сапбековна. Встречайте! Торжественный вечер вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам США ОСД 2016-2017 учебного года объявляется открытой. Мектепой еліміздің қаны жаны, мектептен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі салтанатты кешімізде шырқалсын Қазақстан әнұраны. Звучит гимн Республики Казахстан. Күйгені, табыстарға мәз мейрам боп жүргені, сіздер үшін күйінгені, күлгені, сөздер айтар, жастарымды бастайтындай әлгері дегеле, алғышқы құттықтау сөз кезегі мектебіміздің директоры Жолдықараев Қанат Жарылқапұлына беріледі. А также приглашаем заместителя директора по учебной работе Исмаилову Куляш Таирову. Весь персонал школы, администрация,
Во-первых, я вас всех поздравляю, всех нас поздравляю с окончанием школы наших детей. Мы все вместе сплоченно работали, чтобы все те, которые сегодня выпускаются с этих стен нашей школы, дошли до сегодняшнего дня. И мы как бы добились этого. Я так думаю, что это большое счастье для каждого родителя, для каждого преподавателя, тренера и, естественно, для меня. Уважаемые выпускники, вот, ну, каждый год я вот удивляюсь, вроде бы в процессе, в учебном процессе вы все казались маленькими. Сейчас вот когда вы заходите, я вас не узнаю, вот, честно. Вы, это значит о том, что вы уже вступили во взрослую жизнь. Да, она нелегка, придется бороться уже самим. Здесь в стенах школы классные руководители, учителя, тренера, замы, они все в чем-то как-то вам помогали. Я думаю, и мы вас достойно подготовили к большой жизни. Но дальше вам придется уже бороться самим. И как лично, как человек, и как директор этой школы, я вам хочу сказать, что в любое время дня и ночи вы можете обратиться ко мне, обратиться к школе, любой просьбой, любой помощью. Я так думаю, мы вам никогда не откажем. Но самое главное, я хочу, чтобы вы всегда нас радовали. Чтобы хорошая память о вас до сегодняшнего дня, чтобы оно осталось дальше. И мы больше радовались вашим успехам, успехам в жизни. Вот, уважаемые родители, вот у нас есть дети, которые не только идут в Академию спорта, но и идут и в технические вузы, и юридические вузы. И, честно говоря, есть моменты, где уже имеют гранты. Поэтому, уважаемые мои выпускники, ученики, которых действительно сегодня можно сказать, что мы вас любим, уважаем и будем ценить. Вам добрый путь, удачи в жизни, чтобы то, что вы запланировали, чтобы вы достигли этого. Ну и естественно, так как вы занимаетесь спортом, вот вы закончили эту школу, я так думаю, что вы в дальнейшем будете идти в спорте. И также у нас есть, вот я буду всегда об этом говорить, у нас есть ученики, которые стали чемпионами мира, чемпионами Европы, чемпионами Азии, есть олимпийский чемпион. Я так думаю, что именно эти стены школы, они могут воспитать. И среди вас есть олимпийские чемпионы. Поэтому удачи вам в жизни, хорошего будущего. Радуйте всегда и уважайте, и любите своих родителей. И как у нас по традиции, выпускники приходят на первый звонок, на последний звонок, мы вас всех ждем. Удачи вам! Құрметті ата-аналар, қадірлі ұстаздар, бүгінгі біздің түлектер. Бүгінгі сіздердің осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Әрқашанда тек қана алдарыңызда ақ жол болып, оқушыларымыз біздің бүгінгі міне түлектеріміз ұшып отырса, әке-шешелерінің жүректері дірілдеп бүгін балаларын жағадан босанғандай болып отыр. Осы жолдарыңызға балаларыңыз тек қана жақсы бағаменен ЕНТ-дан өтіп, тек алға қарай ұмтыла берсін. Уважаемые родители, уважаемые учителя, уважаемые выпускники, вот и настал тот долгожданный момент, когда мы и с радостью, и с грустью провожаем наших учеников. Почему с радостью? Потому что наши маленькие дети сегодня выросли, они стали уже большими. С грустью, потому что все равно в стенах нашей школы 5-6 лет вы были с нами, нам очень тяжело с вами расставаться. Если мы где-то вас ругали, вы не думайте, что мы вас не любили. Мы ругали, любя, потому что в жизни у вас еще будет много преград, много неизведанного. Вот тогда вы вспомните нас, скажете, вот они не зря нас ругали. Мы любим вас, добрый путь. И дай Бог, чтобы у вас всегда была первая дорога. Сегодня у нас в гостях призер международного конкурса «Танцу Алматы», дипломат международного конкурса «Орлеу» Орехова Стефания.
танец «Ирландские мотивы». Встречайте! Вы заканчиваете школу, и совсем не как-нибудь. Вам, конечно, в аттестаты любопытно взглянуть. Он бір жыл оқып, білімін түсті қорлана. Аттестат алғалы тұрсын мектеп деген ордада. Аттестат деген азаматтық куәсі. Аттестат деген өмірге берген жолдама дей келе, көптен күткен қуанышты кезең. 11 жылғы төткен теріңнің жемісі. 11 жыл бойы алған біліміңнің белгісі аттестат алу кезеңі де келіп жетті. Почетное право вручить аттестаты предоставляется директору школы Жолдыкараеву Канату Жанаши Герои, выпускники 11-го Б-класса. Это загадочные личности, необыкновенно добрые, скромные, но имеющие высокие цели, ступеньки для дальнейшего развития как в личностном отношении, так и спортивном. Азизов Ильяс, кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике, веселый, будущий резидент Камеди Клаб. Бондарев Максим, кандидат мастера спорта по регби, серьезный, ответственный, ударник учебы. Виктурова Асель, кандидат мастера спорта по пятиборью, отзывчивая, коммуникабельная. Ган Кристина, кандидат мастера спорта по конькобежному спорту, с доброй душой, открытым сердцем. Палочка-выручалочка классного руководителя. Девяткин Никита, кандидат мастера спорта по лыжному спорту, скромный, застенчивый, спокойный, в меру общительный. Жалали Акбар, кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике, очень серьезный, ответственный, за ним как за каменной стеной. Имарджанов Ильфрат, кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике, целеустремленный, трудолюбивый, человек, который знает, чего хочет в жизни. Корнышев Никита, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, ответственный, добрый, внимательный. Нор Артур, кандидат мастера спорта по регби, открытый, любознательный, спокойный. Орастаев Нуркен, кандидат мастера спорта по плаванию, жизнерадостный, доброжелательный, очень аккуратный. Савченко Данил, кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике, добрый, отзывчивый, любит играть на гитаре. Тимофеев Никита, кандидат мастера спорта по пятиборью, веселый, дружелюбный, хорошо играет на гитаре. Фатеев Егор, мастер спорта по фехтованию, скромный, ответственный, внимательный. Шпетная Анастасия, мастер спорта по гимнастике, добрая, жизнерадостная, активистка. Щекотуров Никита, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, аккуратный, уравновешенный, рассудительный. Шевелева Вероника, мастер спорта по фигурному катанию, скромная, доброжелательная. За чудесный миг успехов, за победы, за мечты, за кураж, за море смеха, за медали и цветы. Сколько сил и терпения нужно, чтобы чему-то научить. Мы вам спасибо скажем дружно за возможность в спорте быть. Спасибо вам, любимый тренер, за вашу сложную работу, за мощный стимул, за поддержку, за каждодневную заботу. Спасибо вам за все победы, за сладкий миг,
на пьедестале. За то, что... вы со мной рядом. Мик Триумф и спортзал. Вы приучили меня не сдаваться и лишь всегда вперед смело идти. Всегда цели легко добиваться, как бы не было трудно в пути. Я желаю вам много благодарных, способных лишь учеников. Результаты всегда бесподобны, чтоб легко обучать новичков. Музыкальный номер. Песня «Луна, луна» в исполнении нашего гостя Булатхан Арайлан. Встречайте! День промчался незаметно, выпить одна. День промчался до рассвета, небе луна. В лунном свете чище краски, с виду просты, стали нежней.
Запросто хватает. Это все родительские нервы небеса к нему пододвигают. Если дочь растет другим на радость, умница, спортсменка и артистка, значит, это мама постаралась, и наставница была, и другом близким. Слово для поздравления предоставляется от имени родителей Нурпиисовой Салтанат Юсуфовне, Тимофеевой Натальи Федоровне, Чазовой Светлане Анатольевне. Встречайте. Закончили 11 класс. Мы ждали этот день. Мы с самого первого класса мечтали о выпускном вечере увидеть вас такими большими, взрослыми, красивыми, счастливыми. Мы надеемся, что и в дальнейшем у вас все будет хорошо, так же, как вы закончили 11 лет, прошли в школе. Дальше у вас институт, все успехи в спорте. Будем надеяться, что также у вас все гладко и светло будет в жизни вашей. Благодарим вас, учителя, директор, всех вас, и родителей. Большое спасибо, что такие у нас выросли, такие красивые, большие, сильные дети. Пусть же не смолкает в сердцах у вас, пусть звучит и волнуется снова нестареющий школьный вальс, символ вечера. Yeah.
На сцене, знакомые до боли, выступали и пели не раз. И слова благодарности школе зреют в мыслях и душах у нас. Так давайте дадим обещание не забыть этот миг, этот час. За все встречи, за дружбу, за знания. Школа наша, тебе в знак признания говорим мы спасибо сейчас. Спасибо, спасибо, спасибо! Мы заканчиваем наш вечер и говорим всем большое спасибо. Годы школьные так быстро пролетели, что мы даже оглянуться не успели. Это время никогда не повторится. Годы школьные нам часто будут сниться. Храм болып ұшымыз, оқу ларға түсіміз. Еңбекте көп қуаныш, елде талай туарыз. Сіздерге жалын жүреппен, айтамыз достық тілеппен. Әр қашан сәтті жол болсын, сапарларыңыз он болсын деп мектеп бітіруші тілектерге ақ жол тілейміз. Қош қол алтын ұя мектебі марты салтанатты кешіміз осымен аяқталды. Добрый путь, дорогие выпускники! Удачи вам! Счастья и любви!